В проект 100 новых лиц Казахстана включили и 6 жителей Алматинской области. В их числе бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – тяжелоатлетка Карина Горичева. Сейчас спортсменка готовится к международному турниру по тяжелой атлетике, который пройдет в этом году в Кыргызстане. С 15 лет тяжелоатлетка Карина Горичева занимается в этом спортивном зале. В ее ежедневном графике многочасовые тренировки. Благодаря упорству и силе духа всего за 5 лет она смогла добиться многого. 2016 год принес ей бронзовую медаль на Олимпийских играх в Бразилии. Самая вот моя самая любимая медаль — это не олимпийская медаль. Это вот Казань, вот она. Казани серебро взяла. Почему любимая? Потому что у меня перед этой медалью был провал в карьере. Бог, наверное, мне помог. Второй стала, не знаю как, на Всемирной универсиаде. Сейчас Карина поставила перед собой цель выиграть Азиатские игры, которые станут путевкой на чемпионат мира и следующую Олимпиаду. На всех турнирах спортсменка решила выступать уже в другой весовой категории – 69 килограммов. А это, соответственно, и повышение нагрузок, и новый вес на штанге. Карина настроена на успех. Ее поддерживает вся страна. Имя Горичевой включено в список 100 новых лиц Казахстана. Очень приятно, что люди следят, замечают меня. Спасибо большое всем. Победы дочери на спортивной арене для мамы Карины Елены Горичевой – успех всей семьи. Ведь во многом именно поддержка родных, неизменная вера в лучшее придают стимул для новых достижений. Ну а новость об участии Карины в проекте «100 новых лиц Казахстана» для мамы стала настоящим сюрпризом. Я прям горжусь еще больше своей девочкой. Спасибо, конечно, Казахстану, что ее любят, что ее ценят, что ее не забывают. Сейчас тяжелоатлетка покорила вес в толчке 145 килограммов, а в рывке 122. Но для нее этот личный рекорд не предел. Главное, в ней есть недюжинное упорство и целеустремленность. И они непременно приведут Карину к успеху и стремительному восхождению на спортивный Олимп. Гульнар Жантасова, Олжас Байбусынов, Хабар 24, Алматинская область.